Всем большой привет! Я очень рада, что вы заглянули на мой канал и смотрите это видео. Сегодня я приехала в магазин «Маяк», гипермаркет низких цен. Адрес я вам подпишу. В нашем городе два «Маяка», но в этом я нахожусь впервые. Видно, что огромный магазин с большим выбором. Обзор будет интересным. Всем желаю приятного просмотра! Эмалированные белые кастрюли, которые продаются в двух расцветках и два размера. Первая кастрюля объем 4,5 литра 519,90 и 2,9 литров 429,90. Кастрюля из нержавеющей стали объем 1,9 литров, цена 556,90. Продается в наборе со стеклянной крышкой. Изготавливает торговая марка Greenville, серия Optima. Удобные большие ручки, тоже из нержавеющей стали. И снаружи вот такой вот небольшой декор. Из этой же серии можно купить кастрюлю с объемом 3,6 литра. 822 рубля 90 копеек. Форма для выпечки, диаметр 26 сантиметров. Невысокие бортики, изготавливает Россия. 111,90. Жаровня с антипригарным покрытием продается в наборе со стеклянной крышкой. Диаметр 28 сантиметров и цена 528 рублей 90 копеек. Сотейник с диаметром 26 сантиметров. Большая пластиковая ручка, подходит для всех видов плит, кроме индукции. Продается без крышки и цена 274,90. Эмалированная кастрюля с крышкой с изображением гусят. Объем 2 литра, цена 424,90. Эти кастрюли продаются и на 3 литра с таким же изображением, и цена такая же. А кастрюля эмалированная с большим объемом 9 литров продается с крышкой, цена 767,50. А сковорода с антипригарным покрытием изготавливает торговая марка Greenville, диаметр 26. Подходит для всех видов плит, включая индукцию, и также можно мыть в посудомойке. А сковородки продаются в ассортименте, отличаются друг от друга цветом. Цена 699 рублей 90 копеек. Смотрите, фигурная стеклянная форма для запекания с высокими волнистыми бортиками. Диаметр 22 сантиметра, объем 1,3 литра, цена 199 рублей 90 копеек. Симпатичная пиала, глянцевая, небольшого размера, диаметр 12 сантиметров. Стеклянная креманка на высокой ножке, изготовленная из стекла. Снаружи с объемными узорами. Высота 13 сантиметров. Изготавливает Китай. 95,90. Тарелки тоже можно купить симпатичные. Овальная стеклянная форма для запекания. У нее большой размер. Вот моя рука. Объем 4 литра. Размер 40 на 28. Высота бортиков 6,6. 449 рублей 90 копеек. Еще можно купить вот такую вот овальную форму, объем 1,4 литра, круглая форма, объем 2 литра, высокие бортики, торговая марка Marinex. Диаметр у этой формы 28 сантиметров, цена 265,50. Салатники, изготовленные из темного стекла серии Океан, 100 рублей. А салатник конфетницы на трех ножках, очень походит на хрустальную, диаметр 18, цена 200 рублей 90 копеек. Эти вазы я уже показывала. И продается второй вид. Цена немного отличается, 95,90. Набор салатников 2 штуки в диаметр 13 сантиметров. 166 рублей 90 копеек. Это уже большой салатник «Янтарь», объем, к сожалению, не указан, цена 224,50. А набор ножей из 5 предметов продается вот на такой вот деревянной подставке. Смотрится очень даже неплохо, деревянная подставка ровная, гладкая, не шершавит. На упаковке нарисованы какие виды ножей и их размеры. Подставка без дна, легко ее можно будет использовать в уходе, симпатичная, мне понравилась. 379,90. Силиконовая форма для выпечки, размер 26 на 15, высота 8. Можно купить в двух цветах, цена 207,90. Прямоугольная форма для кексов, размер 24 на 13, изготовленная из плотного силикона, цена 129,90.
Гель-концентрат Тайд подходит для цветных вещей, объем 2,4 литра, цена 399 рублей 90 копеек. Стиральный порошок Ариэль Автомат для цветных вещей, 5,7 кг, 419,90. Миф для цветного белья, 5,4 кг, 36 стирок, 239,90. Бостер Автомат Универсал, 9 кг, 276 рублей 50 копеек. Биолан Супер Эконом Колор Автомат, 5,4 кг. И цена? А цена, к сожалению, не указана. Всю коробку обошла, ценник нигде не нашла. Стиральный порошок Биомакс Колор Автомат, объем 6 кг. Цена 329 рублей 90 копеек. И стиральный порошок Тайд Аква Пудра также подходит для цветных вещей. Объем 9 кг. 649 рублей 90 копеек. Кондиционер для белья Ленор Супер Концентрат. Объем 2 литра. Цена 179,90. Есть альпийские луга. И детский гипоаллергенный от 0+. Есть еще скандинавская весна, объем также 2 литра, цена 169,90. И суперконцентрат золотая орхидея, объем 1,8 литра, 179,90. Средство для мытья посуды Аоза с глицерином, объем 1 литр, 69,90. Моющая жидкость для полов и стен, объем 1,5 литра. 149 рублей 90 копеек. Пятновыводитель Ваниш, который не содержит хлор, объем 500 грамм, а в белой упаковке плюс еще с отбеливателем. Цена 86,90. Силит Бэнк с курком, объем 450 миллилитров. Антиналет плюс блеск и 100% работает против ржавчины и известкового налета. 89,50. Туалетный утенок 5 в 1 с цитрусовым ароматом, убивает 99,9% микробов, объем 500 мл, 75,90. Еще очень много завезли не замерзаки, почему-то она вся запечатанная, цена 79 рублей 90 копеек. 5 литров минус 30 градусов. Кто живет в частном доме, я думаю, эти люди меня поймут. В нашем городе наступил сезон лопат. И они тут продаются. Кому нужна лопата, все идем в магазин «Маяк». Цены. Такие лопаты очень удобные, они легкие и проверены на себе с металлической вставки. И с ними очень легко огребаться. Еще можно купить вот такой вот ледоруб. Он полностью металлический. Вес 1,3 килограмма. 152 рубля 90 копеек. Я, оказывается, не там, где надо, смотрела эту жидкость. Она представлена здесь и в большом количестве. Написано антиобледенительная. 4,6 литра, 79 рублей 90 копеек. Еще в этом магазине по невысокой цене можно купить вот такую вот коптильню. По виду сразу же скажу, что она не одноразовая. Внутри находятся решетки. Они двухъярусные. Изготовлены из нержавеющей стали. Сталь не гнется. Плотной толщины. И в наборе с крышкой. Объемная, вместится много продуктов. Размеры 40 на 28, высота 16 см и цена 500 рублей. Щипа для копчения Альха. Производит Россия, город Москва. На вид они все одного размера. Объем 1 литр. Цена 22 рубля 90 копеек. И горы березового угля 3 килограмма. 89 рублей 90 копеек. Жидкость для костра. Объем 0,5 литра. 29 рублей 90 копеек. Новогодняя кружка с изображением быка с двух сторон. Глянцевая внутри и снаружи. Объем 350, цена 100 рублей. Второй вид кружки тоже с изображением быка и с надписью «Люблю людей, которым нравлюсь, люблю за их хороший вкус». Чай Кертис. В одной упаковке продается две коробки.
чай с разными вкусами, 20 пакетиков, пирамидок. И цена за две коробки 76 рублей 90 копеек. Молочный шоколад от Яшкино с крекером в одной упаковке 4 штуки 118,90. Несквик с молочной начинкой 100 грамм 49,90. Жевательная резинка Ментос с 5 разными вкусами 97 рублей 90 копеек. А шоколад Золотая марка дуэт в молочном 95 грамм, цена 49 рублей 90 копеек. И в большом формате KitKat с новым вкусом для меня 112 грамм, 66,50. Также еще можно купить вот такой вот золотой десерт молочный в красивой упаковке. И темный шоколад 72%. 179 рублей 90 копеек. И белый шоколад по такой же цене. Торговая марка Левит «Худеем за неделю». Чай с жиросжигающим комплексом 25 порций. Второй вид – зеленый чай с очищающим комплексом. Цена 237,90. А замена сахара стевия 150 таблеток массой 37,5 – 158,90. Уголь «Актив» 50 таблеток по 500 мг – 49 рублей 90 копеек. Валериана «Экстра» 50 таблеток по 200 мл – 46,90. Гематоген «Народный детский» в одной упаковке 10 штук по 40 грамм – 79,90. Аскорбинка детская 3 грамма в одной упаковке 16 штук – 159,90. Кисель желудочный, нейтральный со злаками, растительные ингредиенты. Залей кипятком 2 минуты и готово. Кисель очищающий в одной упаковке 5 порций по 100 грамм. И кисель витаминный. 110 рублей 90 копеек. Еще увидела кофе для похудения с жиросжигающим комплексом в одной упаковке 10 порций по 30 грамм. 197,90. Леденцы Бобс с медово-лимонным вкусом. 3 упаковки по 35 грамм. И еще есть с мятой эквалипта. 41,90. Печенье сэндвич Тимми, желе клубника банан, 19 рублей 90 копеек. Витаминно-минеральный комплекс, никогда их не принимала, даже не знаю. В этой баночке 90 таблеток. А содержимое этой баночки способствует снижению веса и контролирует аппетит. 150 грамм, 50 таблеток, ее батон. 757,90. Можно еще купить в небольшой баночке 60 капсул на 30 порций массой 750 мг. 502,90. Alpen Gold со вкусом клубнично-йогуртовый и молочный шоколад 39,90. И шоколадка Монарка 200 грамм с молочным вкусом 94,90. Влажные салфетки антисептические, не содержат спирт и без липкого эффекта. 28,90. Это уже антибактериальные салфетки, защищают естественный pH баланс, 15 штук, 26,90. Третий вид влажных салфеток антибактериальных, которые убивают 99,9%. Цена такая же. Туалетная вода для мужчин, объем 100 мл, разные ароматы и цены. Продаются в большом ассортименте. Все марки, естественно, подкосы, ну и цены бюджетные. Можно еще купить и женскую туалетную воду, тоже в ассортименте, с разными вкусами. Показала не весь ассортимент товара, который находится в этом магазине. Продолжение будет. Подписывайтесь, чтобы не пропускать мои новые видео. Всем пока-пока!